Всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Сегодня приготовим оладьи из цветной капусты. Итак, начнем. 450 грамм цветной капусты отвариваем до мягкости. Откидываем на дуршлаг и даем остыть. Нарезаем цветную капусту мелкими кусочками. Одну луковицу также мелко нарезаем. Нарезаем 3 веточки петрушки. В емкость с цветной капустой разбиваем 2 яйца. Добавляем нарезанный лук и петрушку. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем 80 грамм муки высшего сорта. Добавляем соль по вкусу, щепотку черного молотого перца. Все очень тщательно перемешиваем. В сковороду наливаем растительное масло и хорошо его разогреваем. Выкладываем столовую ложку теста и формируем котлетки. Обжариваем на небольшом огне с обеих сторон до зарумянивания. Готовые оладьи из цветной капусты подаем со сметаной. Это отличный вариант летнего блюда. Они очень вкусные, прекрасно держат форму. Попробуйте приготовить и вы. Порадуйте своих родных и близких. Спасибо, что посмотрели это видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Всего вам самого доброго!